Недельная глава Лех-Леха начинается с того, что Творец обращается впервые к первому еврею мира, Аврааму Аеври. И так говорит Творец: «Уходи себе из страны твоей, из родины твоей, из дома твоего отца». Но ведь Аврааму в этот момент 75 лет, а что было до этого? Как он открыл веру в единого Творца? Написано у Рамбама, что он, его отец, его мать, все поклонялись идолам. Но одна мысль беспокоила Авраама. Как это возможно? Весь этот мир, который находится в такой гармонии, без того, кто бы приводил весь мир в гармонию. И так он открыл единого Творца, который управляет всем миром. И как только Авраам постиг эту великую истину, не было у него учителя, не было того, кто бы ему передал это, но он открыл это своим великим исследованием. Рамбан называет его столпом мира. А дальше он разрушил идолов, которые были в доме у его отца. И царь бросает его в огненную печь. И Творец его спасает. Я хочу вам рассказать, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, когда в конце 50-х годов были целые общественные суды, чтобы заставить отказаться от веры. И перед большим собранием отказывали: вчера я верил, а сегодня я знаю, что это неправда. И вот такой суд. После фельетона в газете собирается 300 человек, это происходит в субботу, и выступают, и говорят: вот он такой религиозный фанатик, что делает он со своими детьми, бубнят какие-то молитвы, запрещают им есть мясо из магазина, коньки, лыжи, все им запрещено. И это собрание требует, чтобы забрали его детей. Где дом? И в этот момент говорит директор школы: мы, товарищи, которые с вами работали, мы надеемся, что вы пересмотрите свою позицию и будете как все. Встает Рав Ицхак Зильбер и говорит: если оставите меня на этой работе, буду работать. Если нет, буду делать любую работу. Но как я был верующим, таким верующим и остаюсь. И тут встает представитель райкома. Причем фамилия его Моисей. Он говорит: это невозможно. У Энгельса написано, что при коммунизме не останется ни одного верующего. А Рав Ицхак Исаак Яковлевич Зильбер говорит: а я останусь. И вечером приходит к нему русская соседка, тетя Тося, и говорит ему: Исаак Яковлевич, если вы оставите Творца, с кем же он тогда останется? И он выдержит. Только потому, что наш пратец Авраам Авину за свою веру пошел в огонь.